Друзья, приветствую! С вами Алексей Азаров. Вы находитесь на канале «Недвижимости в Италии». Мы с вами находимся в замечательном городе Бордигера на последнем этаже и посмотрим милые апартаменты с видом на море. Сегодня воскресное утро. Город спит, а служба идет. Мы на страже недвижимости. Вашему вниманию сегодня представляю небольшой двухкомнатный пентхаус на последнем этаже с шикарным видом на море. Лазурный берег, Монако. В пешей доступности буквально идти здесь спокойно, не знаю, там 4 минуты до моря. По этой улице вы ровно идете, к сожалению, не видно. Эта улица идет прям на вокзал. Все, прям вы четко упираетесь в вокзал города Бордигера. Данный парк относится также к этой квартире. Здесь две террасы, нижняя, и сейчас поднимемся еще наверх. И вот такая еще терраса сверху. +360 градусов. Здесь можете сделать розарий, посадить цветы. Кондоминиум в год около 2000 евро. Индивидуальное отопление. Так, внутри у нас с вами небольшой зал с кухней. И везде выход на террасу. Спальная комната на 4 человек. Здесь 2 кровати еще есть. Они раскладываются, и 4 человека. Здесь кровать отодвигается, 4 человека спокойно помещаются. И здесь ванная комната с душевой кабиной.
Сейчас пойдем еще. В стоимость включен также гараж на большую машину, очень большую, современную, там Mercedes, GL. И сейчас посмотрим еще парк. Пойдем. Кондоминиум снаружи выглядит вот так. В основном все шикарные кондоминиумы в Бардегере — это бывшие отели. Как и этот отель. Бывший отель. Этот кондоминиум. Вот такой парк. Там выходите, идете до моря, до центра города. Здесь спускаетесь в гараж. Вот такие гаражи здесь просторные. Интересный объект. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Спасибо за лайки. Хорошего дня, прекрасного настроения. Пока.